Вот хотя бы Ольга Рыпакова, да. Это в другом как раз потоке. Они тоже параллельные девчонки. В этом году. Еще не в этом году. В этом году еще так далеко не было. Но вот готовилась она к чемпионату, техническую и
физическую. И я вижу даже внешне всегда. У девочек всегда внешне можно понять, кто хорошо готов. Сергей Аланда Чен именно в этом виде программы была экс-рекордсменка мира, чемпионка мира. И мне очень радостно, что в тонкостях этой дисциплины. А дисциплина действительно очень сложная, очень такая многоуровневая. Вот Лондон третий, а вообще-то второй. Как это объяснить второй людям? Люди не поймут. Ну вот Катарина Эбергуэн не самый медленный, поэтому, может быть, он попадет. Ну что, Эбергуэн... Ну, все хорошо. Ну, не все хорошо. Дело туда. Не перемудрила. Ну да, показывает, что-то не так, бежала не так, отталкивалась не так. Нет, подожди, отгрызла. Ну и что? Что вот по технике? Их ладно, сейчас и не хватило. Но она была... Когда человек не добегает, то, конечно, прыжок очень сложным получается. Вот придется еще попыточку лидеру мирового сезона совершить. Прохо спрыгивает. Ну вот сейчас вот совсем другой. Вот сейчас легкий такой, соответственный. И все вовремя, все под собой. То сразу совершенно другая картина. Вот, Лан, вот все время хотелось спросить... И менее травматично, кстати. Все время хотелось спросить... Вот все время считалось, что специалистки этой дисциплины должны быть такими тоненькими, высушенными, такими с длинными ножками. Я вижу, что ты совершенно не ходила есть. Я думаю, боже мой, как человек... Ну, мы, спринтеры, не можем не есть по определению. Да, а и все время думала, господи, боже мой... Он убежал за камеру, то есть камера не успела за ним, он так быстро бежал по разбегу, чего тоже не было в тройном прыжке до этого, как сказал, что и такая скорость разбега, что пролетать, да, бабочкой. Да, вообще не видно, как он касался. Не видно даже, как он касался, да. И он вот это тоже как бы немножечко привнес в этот вид. Каждое, конечно, упражнение, которое он делал, вот в своем стиле он был мастером настоящим. И сейчас, когда мы просматриваем, у нас же все поменялось. И может быть, для той гаревой дорожки, для тех шиповок, которые тогда были, может быть, вот этот стиль бы и не подошел. И Джонатан Эдвардс на этой гаре...
Вот, кстати, в сравнении даже со спринтом, да, который ты бегала со 100-метровкой, гораздо легче в тройном прибавить, нежели в беге на 100 метров. Вот, чем проще, как бы казалось, сынок, в которых ты можешь вот добавить. Эту добрать, да. Поэтому надо учиться обязательно. Техника, конечно, исполнение прыжка – это очень важный компонент. Анна Пелетейра просит, чтобы… Концентрировались там скоро. И спринт уже, и, может быть, девушка… Ой-ой-ой, это не прыжок. Важно, да. Это так… Вот в каком бы, да, стилем ты не прыгал, если ты эту паузу выдерживаешь, все будет хорошо. А пауза, кстати, опять же, за собой тянет. Она предполагает такие дерганные, суетливые движения. Ты уже паузу просто даже соблюсти не сможешь. Прыгает единый организм. Конечно. А когда руки, ноги, все отдельно, да, то так собрать все… результат 10-й. И даже с таким результатом, ну вот 14.07, да, вот этот результат. И напомню, что пока позволяет ей квалификационный надеяться. Норматив был 14.20, 14.40 у нас, конечно, были нормативы, когда мы еще прыгали. Ну, сейчас общий уровень тройного прыжка упал. У женщин. А вот интересно, да? А в некоторых упал, ну, тоже так странно. Всегда бывает. Это нормальный жизненный процесс. Вот идет настоящее, по-хорошему, такое цунами в той или иной дисциплине хороших спортсменов. А иногда бывает наоборот. Вот это, вот, допустим, у него не клеится в секторе, и вдруг рассыпаются все, вроде бы, казалось бы. Но при чем тут ты, да? Сделай свое дело, наоборот. Ну, вот этот эффект, у Тайсон Гей был лучше готов. Ну, честно говоря, ну, лучше был готов, да? Но чуть передавливать. Один идет вперед, а другой сыпется. Ну, что, ну, что с этим делать? Повесь шоры, да? Вот так вот возьми, просто забор какой-то поставь глухой между ними. Ну, знаешь, Швеции, когда… Да. Я хочу сказать, что когда коммерческие старты, все-таки не так Усейн Болт рассматривать. Да. Посмотри, нужно держать в тонусе постоянно. Как для тебя что ни старт, все открытие. Это как, да, да? Вот в Пекине в 2008 году. Организм работает.
еще все равно. Конечно, да. Осталось вот это мышечное, костное. Здесь надо экономить, уже смотреть. И все в угоду главному старту. Кто помнит, кто кого по сезону, когда обыгрывал? Да, все важные, ключевые. Они все равно не показательные. Да. Но для зрителей, в принципе, да, это как бы такой одноразовый, да, может быть, там плохо поспал, не так долетел. Чуть-чуть. Когда вот в поле зрения, ну, понятно, что Гей лучше стартует, да, поскольку у него рычаги более короткие, естественно, это лайк. Как только периферийным зрением видит... Появляется это желтый. Желтый. Все, понимаешь, тут же начинается крепатура, да. Оказывается, что уже ты проиграл, да? А этот наоборот, да, он пошел раскручивать свои... Вот эта тень... Бег просто ломается, просто меняется. Отца Гамлета. Да. Сколько раз это было с Асафой, с тем же Джастином Гатлином. Асафа не столько действовал вот этот эффект Усейна Болта, сколько характер у Асафа Пауэлл был ломкий. Такой. Да? То есть, так, вот, да, вот эта мысль о чемпионате, все, она его разрушала. Расклеивает. Come on, come on.